ранним рейсом. Ну дайте шуму, выпускники! Какое-то чувство. Чувство, с одной стороны, радости, с другой стороны, грусти. Я вас поздравляю, тем не менее, с этим праздником. И сегодня вся страна смотрит на вас, но вы счастливчики. У вас такой концерт. Алые паруса. Аплодисменты громче! Потому что они попадают каждому артисту и каждому зрителю. Этот крик и радость самое сердце! Стрелы в мое тело. Я не ангел, и ты тоже. Я так делал, и ты сможешь молча. Гораздо больнее молчать. Лучше голоса рвать и кричать. Слепых стая, мне так мало тебя стало. Не прячь пули обид тайных, не прячь слезы в глазах чайных. Молчать, что? Лучше голос сорвать, кричать. Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, как ты
сегодня очень долгой ночи, чтобы вы веселились, чтобы вы отмечали, и чтобы этот праздник, это ощущение праздника осталось на долгое-долгое время. Друзья, гуляйте так, чтобы нас было слышно от Москвы до Калифорнии! Спасибо!
От всей души я, собственно, передаю своей школе привет всем выпускникам, когда вы проговорили про мою школу, поэтому я также не могу не сказать и не вспомнить о ней. Спасибо учителям. Кстати, не забывайте сегодня говорить как можно чаще спасибо вашим учителям и директорам, всем тем, кто подарил вам знания. Друзья, говорите им спасибо и давайте им поаплодируем, потому что они вас терпели очень долгое время. Ну а я своей школе 1061 в Москве передаю привет и тоже низкий поклон всем учителям и директорам. Сергей Лазарев! Спасибо. 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 Спасибо, Сереж. Ой.